23 февраля в этом году особый день в календаре у клинских лыжников. В эту субботу, в День защитника Отечества, в нашем округе стартует лыжная гонка. Подробнее о месте проведения и условиях народной лыжни в финальном материале этого выпуска. 10 категорий участников по 10 дисциплинам лыжного спорта. Организаторы готовят для профи-любителей 3 трассы для забегов. Дистанции у нас традиционные. 1 километр для самых маленьких. Это первые и третьи классы. И кто помладше, у нас и такие есть традиционно. Трешка – это для школьников более старшего возраста и взрослого населения, мужчин и женщин. И десятка – это уже для наиболее подготовленных спортсменов. Регистрация участников народной лыжни начнется в 9 часов в гимназии номер 2. Первый старт назначен на 11:30 от конечной остановки в 5-м микрорайоне. Для участников соревнования – заряд бодрости. Для болельщиков – своя программа. В 12:00 на интерактивных площадках проведут конкурсы. Забавы рассчитаны на детей, но и взрослые могут присоединиться. А всем лыжникам после финиша вручат памятные сувениры. Подробную информацию о проведении уточняйте по телефону 8 496 24 264 46.